Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим выживать на руинах Советского Союза и сражаться с монстрами в игре под названием Ashes of the Union. Раньше мы путешествовали с вами на ГАЗу-69, потому что это очень прочная машина. Да, она не супербыстрая, но она прочная. Но сейчас, после очередного апгрейда, нам доступно два места под оружие на нашем новеньком УАЗе-3151. Я уже его снарядил, поставил внедорожные колеса, небольшую броню, две башни с ПКТ и небольшой усилитель двигателя. Что ж, теперь эту машину нужно испытать. Я надеюсь, мы сможем заехать максимально далеко. И вот мы выезжаем. У этой машины есть один существенный минус. Она очень-очень-очень не очень прочная. И это, друзья, большая проблема. Поэтому нам придется действовать максимально аккуратно и стараться избегать прямых столкновений с противником. Я думаю, что за счет двух пушек... Тихо, тормози. Я думаю, что за счет двух пушек враг просто к нам не сможет подобраться близко. Я во всяком случае на это надеюсь. И не терпится увидеть... О, пошла жара! Настолько жарко, что я их даже не вижу. Они просто моментально все падают. Шквал огня невероятный. Подбегайте к нам еще. Нам нужно больше ресурсов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спрятаться решил, да, от меня? Ой, мой маленький красный крабик. Ну и, друзья, если вам нравятся видосы по этой игре, или вы хотели бы меня поддержать и видеть больше роликов по ней, вы можете это сделать с помощью лайков. Пока я тут собираю СПГшки и увеличиваю скорость перезарь... 10% урона, конечно! Конечно, нам нужно больше урона. Враг становится очень злым, очень бронированным, и если вдруг он доберется до нас, он может нанести невероятные повреждения. Так, быстрее колеса, таких я еще не находил. Слушайте, я думал, будет получше. Но их так много порой, что они могут все-таки добежать. Если стволы смотрят в одну сторону, а враг появляется с другой, тут уж как бы приходится думать. Форсирование двигателя, не думаю, что нам нужно, а вот боезапас размер я бы увеличил. Еще ой, наехал на крабика. Бывает. Так, нам нужно очень много компонентов, чтобы мы смогли с вами открыть новую машину. Это будет буханка. Я думаю, и с броней у нее будет немного получше ситуация. И ездить она будет не так медленно. А давайте-ка заедем наверх, друзья. Может, там еще каких-то ресурсов новых мы найдем? Почему бы и нет? Можем себе позволить. Плюс машина быстрая. В горочку она едет нормально. Это старый наш ГАЗ еле-еле ехал в горку. Этот же парок... Джипарик. Гораздо-гораздо активнее в этом плане. Главное не свалиться. Я привык к медленной скорости, а тут приходится немножко маневрировать. Так, займем позицию выжидательную. Не подпустим врага... Ты заполз? Не подпустим врага к себе. Кстати, нам нужно... Перезарядка идет очень долго. Сломать вот эти ящики, чтобы получить новые компоненты. Облегченный корпус, СПГ-9, зеленый. Тут что-то есть? Нет, здесь ничего. Так, скорость перезарядки 10 брони. Сцепление. Ну, на 30 секунд этого мало, друзья. Лучше скорость перезарядки. Все, давайте. О, здоровяк! Ну, он смог сделать удар? Когда я конструировал эту тачку, у меня в мыслях было, что даже добежать никто не сможет. А он смог и подбежал, и сделал удар. И хп снял-то довольно много. Поэтому мы должны будем от них уворачиваться. Не просто ездить и ждать, пока все само уничтожится. Нам нужно будет маневрировать, уворачиваться и не подпускать противника. Я все еще хотел бы поставить две пушки на наш ГАЗ. Это было бы гораздо лучше. Машина едет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не увидел. Я даже их не увидел. Так, мы заезжаем на территорию врага. Тут будут более жесткие пришельцы, мутанты. Я не знаю, кто вы. Быстрые колеса. Их бы поставить на... Оу! Воу! Давай сюда, налево. Не знаю, куда эта дорога приведет. Город. Смотрите, город. Нам как раз нужны были компоненты города. Ой. Ой-ой-ой. Нет! 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 Живы, целые. Воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Нужно забраться наверх, там были серьезные компоненты, они нам нужны. Так, это деревня какая-то, да? Так, мы тут. Во, простая броня синяя, улучшенная. Внедорожные колеса, мощность двигателя, максимальная скорость, разрывные пули. Еще больше урона. Хорош, хорош, хорош. Все равно живем мы долго. Меня удивляет, что в этом городе мы... Застрял. Я застрял. Что в этом городе мы не нашли новых чертежей. Обычно, когда ты заезжаешь на новую локацию, тебе даются новые чертежи. Но не здесь и не сейчас. Задний ход. Задний ход, разворот. Так. Ну, так долго, друзья. Пожалуй, мы с вами не выживали еще никогда. Вот. Тактика уничтожения. Смотрите, дали компонент новый. Пригодится. Тут все объездим, исследуем, потому что ты не знаешь, в какой момент тебе засчитают новые детали. Ну и поехали сюда. Или вниз нужно было ехать. Я слышу звуки, новые враги. Они бронированы, я их пробить не могу. Ой! Мама родная! Мама родная, нет! Задний ход, задний ход! Я просто его пробить не смог. Еще плюющиеся появились. Ай-яй-яй. А так хорошо шли, друзья, на самом-то деле. Так, давайте-ка разработки зайдем. Может быть, все ж получится. Вот он. УАЗ-452. Может, все-таки получится его изучить. Мне нужна подвеска и кран. Кран есть, подвески я не вижу. Да, у нас нет подвески. Вот чего нам не хватает. Ну что ж, испытание подвески. А, держать скорость 47 километров в течение 10 секунд. А что сейчас не показано? А, верхние слои атмосферы. Забраться высоко. Держать скорость... Понял. Короче, друзья, наша задача разогнать машину и держать скорость 47 километров на протяжении 10 секунд. Тогда мы сможем изучить подвеску и благодаря этому получим новые штуки. Давайте поставим дробовик. Никогда его не ставил. Испытать хочется. Для этого машину нужно делать не сильно тяжелой. Поставим максимально легкий какой-нибудь ПКТ. Они все примерно 25 весят. Ну, давай 19,4 выстрела в секунду. Шикарно. Нужен усилитель двигателя. Мощность 5,5, 6,7, но масса большая. Ну и вот это. Колеса нужны быстрые, тогда поставлю. Оп. Броньку. Ну, давайте, слушайте, мы уберем вот эту штуку и уберем вот эту. Поставим попроще какое-нибудь оружие. СПГ и какой-нибудь этот. И просто попробуем тачку раскочегарить. Здоровье, мощность 10%, давай. 47 километров в течение 10 секунд. Проблема в том, что дороги, они... Проблема в том, что дороги, они тут неровные. И как бы... О, а смогу ли я до 47 разогнаться? Так, ставим автоматическую стрельбу. Разогнаться-то я смогу, но смогу ли я 10 секунд... А, не разгоняется, слушай. Перегружена машина. Ой-ой-ой. А чё тут застрять можно было? Я даже и не думал. Ну, попробуем взять апгрейды, может быть, с горочки. Я знаю, куда ехать, где мы сможем разогнаться. Но 10 секунд держать такой темп, это очень сложно. Ой, почему машина... А, это колеса, видимо, спортивные, дают о себе знать. Они не предназначены для таких приколов, какими мы хотим заниматься, да? Они предназначены исключительно для трассы. Так, ну, что ж, сейчас будем с горочки ехать. 10 секунд держать скорость. Очень сильно сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Но нам нужна подвеска. Тут еще враг постоянно выпрыгивает. 47 секунд. Серьезно, врезался в столб. Поехали. Ничего не вижу. 10 секунд держаться. Тактика тарана. Ну, конечно, меня снесло просто. Машина супер неустойчивая с этими колесами. 50 мощности двигателя, давай, поехали. Просто едем. Просто едем, будь что будет. Ничего не собираю, просто еду. Вот был бы таймер, чтобы знать, сколько мне еще нужно проехать. Есть, испытание двигателя. Тактика избегания.
Испытание подвески пройдено. С ума сойти, друзья. Мы прошли это испытание, возьмем новую тачку. Хорошо, что враг не выскочил. Я с ума сойти. Жив. Жив цел орел. Едем максимально далеко. Понятия не имею, куда еду. Просто мчимся. Город какой-то, остатки деревни. Не останавливаюсь. Ничего не знаю, я просто еду. Ну, знаете, удалось держать. Я думал, будет гораздо сложнее. Едем дальше по трассе. Едем дальше по трассе. И держу скорость 65. Все еще держится 65. Да, тут, конечно, в горочку сейчас скорость упадет. Но, может быть, каких-то новых созданий увидим. Тактика превосходства. Давай вниз. Давай вниз. А что за тактика превосходства? Это тоже наверняка что-то очень полезное. Ай-яй-яй. Где мы? Что мы? Как мы? Куда мы? Ну, а где враг? Ну ты... Ваншот. Да, с такой пушки ваншот. Если бы она еще разворачивалась быстрее, было бы здорово. Ой. О, да я сюда заеду. Я сюда заеду. Какой-то ангар. Застрял. Атаки осьминога разорван. Оборудование мы не собрали вообще. Еще меня спрашивали, а почему ты не возвращаешься домой? Дело в том, что нельзя вернуться домой в этой игре. Я пробовал только через уничтожение. Тебя уничтожают, и ты телепортируешься на базу. Иначе никак. Так, ну что ж. УАЗ-452. Карта высот имеется. Испытание брони. Легко. Это у нас что? Легко. Кран и есть. Испытание подвески. Вот оно. Ху-ху-ху. Отлично. Двигатель. Тактика тарана. И две бронированные части. Ну, можно взять способность держать удар. И разорван. Па-дам! УАЗ-452. Новая машина универсальная. ЗИЛ. Создание амфибии. Проходимость Т-40. Урал! Хочу Урал. Блин, было бы здорово, Урал. Урал — это грузовик. Представьте, на Урале, если бы мы ездили. У-ху-ху-ху! Сюда. А почему? Погоди. У нас же огромная крыша. И почему я могу поставить только одну пушку? 19,4 выстрелов. Ну, колеса поставлю внедорожные. Постараюсь на этой тачке доехать максимально далеко. Постановщик бомб поставлю. Почему бы и нет? Двигатель улучшенный. Броня. Облегченный корпус. Давай. Что еще можно установить? Двигатель стоит. Подвеска улучшенная. Здесь у нас мини-антенна. Ну, вот такой вот грузовичок. Ну как грузовичок? Буханка. По-моему, она выглядит потрясающе. Лично мое мнение. Отлично. Ну, активная способность, сенсор. Ой. А че она не едет-то? Стой, а че она не едет? О-о-о, у нее были какие-то проблемы, она не хотела ехать. У меня есть постановщик бомб. Я теперь смогу ставить бомбы, если за нами будет преследование, мы будем отбиваться. Скорость у нее... Ой-ой-ой-ой-ой. Ее нет вообще, фактически. Она супер медленная. По броне посмотрим, в чем преимущество этой машины. Мы же не просто так ее проапгрейдили, а должно быть преимущество. Скорострельность 20 выстрелов в секунду, очень высокая. Но меня интересует другое. Поедем снова вниз. Эта пушка справляется одна, как будто бы стоит две. А таких, если бы две можно было поставить со скорострельностью подобной, это было бы вау-вау-вау-вау-вау. Так, сенсор, который, как всегда, показывает непонятно что и непонятно где. Ты вроде подъезжаешь, а там ничего нет. Простой шноркель. Возьмем. Тормоза изумительные. Тормоза. Просто обалденные тормоза. По броне, ну, не знаю. По броне не знаю, не сказал бы. Ставил бомбу.
По броне я бы не сказал, что это что-то... Зил наш старый, или как он там был, газ? Гораздо лучше по броне. Да, и... Яд нас пожирает, скорость перезарядки, мощность двигателя. Скорость вращения турели пятикратная. Моментально турель будет поворачиваться. О, эти монстры быстро погибают. Да. Ожидал я от буханки... У нас уже двери отвалились. Ожидал я от нее немного большего. Но зато будем собирать ресурсы. Моментально. Гибнут моментально. Не стреляла? ДШК. ДШК, друзья. Вот это будет вещь. ДШК. Три простые буквы, которые говорят о многом. Так, я мимо просто еду. Ты там гуляешь, и я гуляю. Успевает один удар сделать. Мы его пробили? Один ствол, мало. Бомба. Воу, сколько всего нового. Этих предметов я еще раньше не видел. Надо крутиться, вертеться, не погибать. Едь. Бомба. Есть. Подрыв. Едь. Он медленный. Он не спешит меня атаковать. Там новый таран есть. Шикарно, вот этого мы еще не видели. Но если удастся его победить, будет здорово. Меня муха какая-то ест. Так, надо муху убить. Не, походу из пулемета ты его просто не пробьешь. Только если заехать где-то со стороны. Не, лучше, ну его, в баню. Очень долгая перезарядка. Давай, большой краб, до свидания. Сцепление, мощность двигателя нам не хватает. Поехали направо сейчас. Радиус разворота. Просто километровые. Город какой-то. А, ловушка. Стреляй. А. Где мы? Остатки городов. Ого. А все. Я забыл в автоматический режим переключить. Но. ДШК есть. Хочу ли я дальше на этой машине ездить? Мне бы двойное место под пушки. Автоматическое управление. Размеры монстров. Легкая броня. Знание о зубокрабах. Сцепление. А все-таки малые слоты. Оружие удалось изучить. Оружие на машине УАЗ-452. На машине Урал. Ну, теперь будет хорошо. УАЗ-452. Да, появился дополнительный слот. Я могу поставить сюда ДШК. Невероятный урон. Огромная скорострельность, боезапас. Все впечатляет. Но я не знаю, вряд ли мы сейчас куда-то далеко сможем заехать. Давайте просто поставим, типа, два ДШК обычных. Я могу их крафтить. А нет, пока не могу. Можно поставить ПКТ и какой-нибудь простенький ДШК. Вот так. Колеса внедорожные. Броньку таран пока не буду расходовать. Простая броня. Подвеску смажем. Сюда двигатель. Тут у нас шноркель. Сбоку специально ничего нет. Сзади тоже. В путь! Просто недалеко заедем. Просто куда-нибудь недалеко заедем. Немножко поездим. Посмотрим на огневую мощь. Машинка, кстати, побыстрее стала ездить. И я опять бомбы не ставил. Ну, это фигня, ладно. И без того лучше пулеметы. Пулеметы гораздо лучше, эффективнее, полезнее. И как-то надежнее, что ли. Ты сам на них не подорвешься. Но эту буханку уже не остановить. И... Она не стала заедать вначале. В прошлый раз она просто почему-то троила поначалу. У ДШК есть один нюанс. Он сильный, но медленный. Ну, в принципе, зато он атакует тех, кто сзади. Он всегда смотрит назад заранее. Это хорошо. Большая польза. Если нас будет преследовать какой-то гигант, мы запросто с ним справимся. И у него калибр должен быть повыше у ДШК. То есть те бронированные мегакрабы, они уже не будут так страшны нам. Которых я пробить просто буквально не мог. Мчимся.
В этот раз не сворачиваем, мчимся вперед. Может быть, еще какие-то заброшенные города найду. Уф. Разогнался, 65 км. Мое почтение. Это мы собираем. Это мы поворачиваем. Может, логово найду? В прошлый раз мы тут где-то и погибли, друзья. А в этот раз живем. Что это синее? Хочу взять. Не знаю, что это, но я взял. Я не знаю, простая броня. Ой-о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 й
позволять быстрее башне крутиться. О, еще один разрушенный город. Изумительно. Тактика окружения. Поедем сюда по трассе. По колее. И где окажемся, интересно. Один выстрел и точка. Хочу опять босса найти. Помните, мы заезжали к боссу? Но тогда было так напряженно, что я толком дорогу не запомнил. До того самого босса. Это проблема. Ну чё? Какая-то тишина перед бурей. Ух ты, сколько всего снизу. А давайте-ка повернем-ка. А давайте-ка повернем-ка вот сюда. А где все? Понятно. Ну, взял образцы воды. А где враг? Я услышал какие-то очень необычные звуки. Я продолжаю их слышать. О, все, поперли. Рогожуки их зовут. Рогожуки. Ой. Будто я рядом с логовом. Какое большое поселение. Мы заедем. Что-то фиолетовое, супер редкое. Это мы берем. Это фиолетовая мега двухстволка. Правда, я застрял. Давай заезжаем внутрь. ПКТ фиолетовое. Хочу. Дай проехать. Дай ПКТ. Почти. Ну ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и берегите себя. Счастья вам!